В рабочем поселке Машково сегодня ввели в эксплуатацию долгожданный газопровод, а новая распределительная станция теперь позволит доставлять газ в несколько окрестных сел и экономить на отоплении. Мои коллеги о том, как изменилась жизнь в райцентре после появления голубого топлива. Голубое топливо встречают жители семи улиц райцентра. Для Александры Ивановны последние два года сплошное ожидание. Для меня это радость. Какая радость. Вы знаете, это ж надо уголь засыпать, шлак потом вытащить. Каждый день вот так вот. Газораспределительная сеть охватывает 900 домовладений. А еще подключили 5 котельных от предприятий, среди которых детский сад «Улыбка» на 40 мест. В 6 раз дешевле мы будем производить оплату, нежели за электрическую энергию мы платили, а за газ будет гораздо дешевле, в разы дешевле. Газораспределительная станция в Машковском районе – это очень важный этап газификации района в целом, потому что отдельная газификация была, в частности, в поселке Сокур, но центральная и восточная часть района еще не газифицирована. И этот ввод позволит дать возможность газификации порядка 1000 домовладений, это очень важно, причем не только в рабочем поселке Машково, но и в отдаленных поселениях, в сельских советах. И подключить несколько промышленных котельных, газифицировать крупные предприятия, что существенно изменит качество жизни в Машковском районе. Теперь планируют газифицировать 8 населенных пунктов Машковского района в радиусе 40 километров и другие районы области. Сейчас выверим и подпишем очередной этап газификации. Вот сейчас ждем, что до конца года подадим газ в Ордынском районе. Тоже уже потребители сформированы. Надеемся, что это Черепаново, следующий, там Сузун, вот тот куст вот там районов. Газификация населенных пунктов, по словам губернатора, это не только бытовой комфорт, но и повышение инвестиционной привлекательности, улучшение местной экономики. А распределительная станция, которую сегодня ввели в строй, позволит доставлять газ в окрестные села, когда туда проложат трубы. Екатерина Горшкова, Михаил Кауров, новости ОТС.